Привет! Сейчас спустимся на страшный мост, который находится на высоте 24 метра над рекой Фье. Место во Франции называется Горж де Фье. Сейчас все вам покажу. Поехали! Народу толпа. Машенька, проходи. Такая вот река под названием Фье. Очень популярное место. Сегодня воскресенье. Как видите, народу очень много. Постоянно кого-то пропускаем, останавливаемся, чтобы разойтись на этом узеньком мосту. Да, вот сейчас стоим и ждем, пока народ пройдет. А народу не убавляется. Ну вот, пропустили, можно дальше идти. Вау, вода течет. Главное, здесь люди с маленькими детьми не боятся. Честно говоря, я боюсь сама. Но очень интересно. Ну, капец, страшно. Красиво. Такие скалы вокруг. А внизу вот так. Догоняюсь, ой. А вот здесь это очень красивый кадр. Смотрите. Красота. Вот такая вот река Фье. Пойдем дальше. Очень классно. Как в кино. В моем кино. Все здесь снимают. Так же, как и я. О, как здорово. Да, здесь все время хочется держаться за поручни. По крайней мере, мне так уж точно. Что это такое? Не знаю, что это значит. Но очень красиво. Потрясающая природа. Класс. Идем дальше. Там есть маленькая пещерка. Туда можно даже спуститься. Ну, что-то там ничего интересного, мне кажется, нет. А вот здесь вот как поднимался уровень воды в разные годы. В общем, вот посюда. Сколько там? Максимум 27 метров, по-моему, мы прочитали в проспекте. То есть выше этого моста. Жесть. Мост, значит, затапливало, когда было половодье. Видите, какой мост? Как его здесь вообще построили. Ух, класс. Почему-то через камеру, когда смотрю, мне не так страшно. Либо потому, что я уже второй раз возвращаюсь. Мы в одну сторону прошли, теперь идем туда. Честно говоря, вот эти вот дырочки между деревянными панелями, Маша, проходи, не внушают доверия. Ну что делать? Машенька, вперед. Какие классные скалы, а? Все-таки здесь очень красиво. И, по-моему, мы уже скоро выйдем к выходу. Точнее, к входу, откуда мы и пришли. О, шикарное. Все такое зелененькое. Оп. Гора. Мы в горе.
О, люди выходят. Они снимаются, да? Будем ждать. Мы подходим к выходу. Смотрите, как круто. Масочный режим. Нас на входе предупредили, что нужно всем надеть обязательно маски. Проходим. Еще немножко кадров реки. Красота. Ну все, мы практически на выходе. Пишите, было ли видео полезным. Оставляйте отзыв в комментах. Заходите ко мне в инсту. Буду рада всех видеть и почитать ваши отзывы. Тогда буду больше делиться с вами подобными видео. Вот и дверь. До новых встреч. Пока.